Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня будем готовить вот такое замечательное блюдо армянской кухни. Оно называется аджап сандал. Приступаем к приготовлению. И для сегодняшнего блюда нам понадобятся следующие ингредиенты. Баклажаны я почистила и положила в воду, чтобы баклажаны выпустили горечь. Острый перец. Чеснок. Я тут взяла очень много чеснока. Если вы не любитель, можете корректировать на ваш вкус. Картошка, перец разноцветный. Какой есть, такой и положите. Зеленый, красный, неважно. Лук. Я взяла много лука, тоже можете корректировать на ваш вкус. Зелень. У меня зеленый лук и кинза. На мой вкус для этого рецепта кинза — это самая идеальная зелень. Нам еще понадобится зеленая фасоль, обязательно зеленая. У меня покупная, замороженная, я вот положила в холодную воду, так размораживается. В холодной воде фасоль не теряет цвет, не потемнеет. Понадобятся еще помидоры, я сняла шкурку. Если у вас нету помидоров, можете заменить томатной пастой. А из специй нам понадобится соль, конечно, красный сладкий перец, острый красный перец, черный перец и сушеный базилик. Готовить буду на топленом масле. Все армянские блюда у нас готовят на топленом масле. А если у вас нету топленого масла, можете готовить или на растительном масле, или на сливочном масле. У меня, кстати, есть рецепт топленого масла. Там масло в жидком состоянии. Когда масло охладится, приобретает вот такую текстуру. Мелко нарежем лук. Кладу 1 или 2 столовые ложки топленого масла. И будем обжаривать лук на топленом масле на медленном огне до золотистого цвета. Пока обжаривается лук, нужно мелко порезать все остальные овощи. Лук пожарила до такого состояния. Теперь сюда добавлю измельченный чеснок и острый перец. Теперь сюда добавлю болгарский перец. Добавила помидоры. Так хорошенько перемешаю. Сверху накрою крышечкой, пусть потомится. Вот так хорошо тушится. Огонь убавлю и оставлю под крышкой, чтобы помидоры хорошо смягчились и выпустили сок. И мелко нужно порезать картошку, очень мелко. Вот так очень много сока выпустили помидоры. Я сюда воду не добавляла. А если вы будете готовить на томатной пасте, то обязательно, конечно, нужно добавить воду. Сюда добавлю картошку. Картошку желательно мелко порезать, чтобы она вообще растворилась. Теперь сюда добавлю молотый красный перец. Это острый перец. Добавлю молотый черный перец. Добавлю немножко паприки. И на этом этапе добавлю немножко соли. Потом в конце еще посмотрим. Будем проверять на соль. Если понадобится, добавлю еще. Добавлю зеленую фасоль. Воду я слила. Как красиво смотрится. Очень красивые цвета. А в конце добавлю баклажаны. Залью еще около 100 мл горячей воды. Сверху накрою крышечкой. И оставлю на медленном огне потомиться. Перемешиваем. Опять накрою крышечкой и оставлю на медленном огне до готовности. Периодически нужно перемешивать, чтобы дно не пригорело. Теперь аджап сандал нужно досолить. Я проверила, у меня соли мало. Добавлю зелень. И немножко сушеного базилика.
Если есть свежий базилик, добавляйте свежий базилик. Перемешиваем. И блюдо готово. Отключаю плиту. Вот такое замечательное и очень полезное блюдо сегодня получилось. Это блюдо можно готовить еще и с мясом. Это блюдо вкусно будет с армянским матнакашем. Кстати, рецепт матнакаша есть на моем канале. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о моих новых видео. А на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео.